Она, как никто и как никогда, слышит наша с вами молитва. И она возносит их к Богу, возносит их к своему Сыну и исполняется все наши те просьбы, те пожелания, которые мы с вами просим у этой Царицы Небесной, Божией Матери и Матери нашей с вами. За каждой божественной литургией во время богородичных праздников мы читаем Священное Писание, евангельские слова о том, как Господь пришел к двум сестрам, Марфе и Марии. И одна сестра, Мария, села у ног Христа Спасителя и слушала Его неизреченные глаголы, глаголы, носящие в себе жизнь. Марфа же, молвящая о мнозе, как говорит нам Священное Писание. И как мы все с вами обычно встречаем дорогих гостей, суетимся, готовимся, по хозяйству своему суетимся, хотим накрыть стол, так же и Марфа здесь суетится и готовится принять дорогого гостя, Спасителя, Господа Иисуса Христа. И вот она подходит к Спасителю и, как бы упрекая, говорит: «Спаситель, скажи моей сестре Марии, чтобы пошла и помогла мне также подготовиться к Твоему приходу к нам». И Господь ей в ответ говорит: «Марфа, Марфа, печешься и молишь о мнозе, Мария же благую часть избрать, я же не отнимется от нея». Действительно, замечательные слова Священного Писания самого Бога. Бог не осуждает Марфу, ни в коем случае. Да, нужно заботиться о всем земном, нужно и дороги строить, нужно и дома возводить, и мосты воздвигать нужно. Но не нужно забывать духовность. Вот когда идет соработание между божественной и человеческой волей, между божественным и человеческим разумом, тогда все в жизни получается. Марфа заботилась о земном. Господь ее ни в коем случае не осуждает. Необходимо заботиться. Но Он ни в коем случае не противопоставляет ей и Марию, которая была ту часть утра, ту часть, которая необходима для жизни духовной нашей с вами. Когда идет соработание между божественным и человеческим, тогда в жизни нашей происходит все то хорошее, к чему мы стремимся. Если мы уклоняемся в одну сторону, то ничего в жизни хорошего-то и не бывает. Старшее поколение, может быть, среднее или молодое поколение помнит, как хотели построить хорошее будущее в Советском Союзе. Хотели же построить, казалось бы, и к хорошему-то стремились. И хорошее должно было бы и быть-то. И справедливое общество должно было бы построено. И тысячи людей положили за это строительство жизнь свою. Но что получилось-то? Без Бога невозможно это сделать. Должно быть и духовное, и материальное. Если превышает материальное, то духовное погибает. Поэтому здесь как раз должно быть соработание наше с вами. В этот сегодняшний праздник позвольте вас всех себе.
сердечно еще раз поздравить прихожан этого храма Рождества Пресвятой Богородицы с величайшим событием в истории этого храма, с престольным праздником. Дай Бог всем нам доброго здоровья, молитв Пречистой Божией Матери за нас с вами, ее предстательство, ее неусыпаемая просьба о нас с вами и исполнение наших благих пожеланий, которые мы всегда просим у Царицы Небесной. Храни вас всех Господь, Царица Небесная и угодница Божия. Праздник вас! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Напоминаю, что у нас во вторник преподобного Силуана Афонского накануне словоподелейная служба. В самый день 8 часов утра божественная литургия. В среду отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Накануне словословная служба, в среду 8 часов литургии. В пятницу, на 10-й праздник, воздвижение честного животворящего Христа Господня. Накануне в 5 часов всеношное бдение с Литией. В самый день 8 часов утра божественная литургия. Напоминаю, что в четверг вечером совершается чин выноса Христа на святыню храма и поклонение Ему. Поется Христу Твоему, поклоняемся Владыка. И как обычно, в субботу вечером, в субботу 8 часов утра литургия, в субботу вечером 4 часа всеношное бдение, в воскресенье в 9 часов утра божественная литургия. Храни нас всех Господь, Царица Небесная. Спасибо. Oh.